Если хочешь первым смотреть самые хайповые видео Ютуба, то подпишись и нажми на колокольчик. Заранее спасибо. Для того, чтобы стать сильным и крутым, нужно тратить долгие годы в тренажерном зале. Однако далеко не у всех для этого есть время. Тем не менее, существуют способы стать мускулистее и сильнее за гораздо более быстрые промежутки времени. В нашем сегодняшнем выпуске мы подготовили для вас 5 крутых упражнений, которые помогут вам стать очень сильными всего за неделю. Погнали! Окей, первое, очень простое и эффективное упражнение называется воздушный стульчик. Чтобы получить максимальную пользу от упражнения, необходимо включить в работу все мышцы, начиная от пальцев рук и заканчивая пальцами ног. Это упражнение нереально прокачает ваше тело и сделает его сильнее за неделю. Работа всех мышц во время выполнения упражнения делает его более сложным и не менее эффективным для сжигания жира. Ноги на ширине бедер, руки вытянуты вперед, и после этого напрягите мышцы всего тела. Медленно опускайтесь вниз, будто бы вы садитесь на стул, пока бедра не станут параллельны полу. Вес тела должен быть сконцентрирован на пятках. Держите туловище прямо, а мышцы пресса напряженными. Удерживайте эту позицию в течение 30 секунд и больше. Потом немного передохните и снова повторяйте. Это упражнение находится в топе самых эффективных упражнений для быстрого наращивания силы всех групп мышц. Слышали ли вы про онлайн RPG с самой крутой графикой? Если нет, то это Black Desert. Огромный, наполненный эпическими приключениями мир, в котором ты будешь тем, кем захочешь. Экшеновая составляющая Black Desert придется по вкусу тем, кто любит динамичные и красивые сражения. А большие возможности редактора персонажей дадут создать поистине уникального героя. Бесшовный и детально проработанный игровой мир позволит окунуться в атмосферу настоящего приключения. В Black Desert только ты решаешь, как и что делать. Занимайся торговлей и переправкой товаров, осаждай с друзьями замки, участвуй в масштабных PvP-сражениях, построй корабль и покоряй океаны или оборудуй собственную ферму, которая регулирует цены на рынке. И это далеко не все. Black Desert полностью бесплатно и даже озвучено на русский язык профессиональными актерами. Играйте бесплатно по ссылке в описании. Идем дальше. Следующее упражнение, которое поможет быстро прокачать все ваше тело, это сидячие подтягивания до уровня подбородка. Это упражнение наглядно иллюстрирует способность мышц объединять в работе верхнюю и нижнюю части туловища. Удерживание ног на весу и в неизменном положении занятия не из простых, однако упражнение очень эффективно для мышц, отвечающих за процесс подтягивания. Ухватитесь за перекладину для подтягивания ладонями по направлению к туловищу. Руки расположите чуть уже ширины плеч. Оторвите ноги от пола и поднимите их вверх, чтобы бедра стали параллельны полу. При этом согните ноги в коленях на 90 градусов. Внешне это выглядит, как будто вы сидите на стуле. Этот вариант подтягивания неплохо прорабатывает мышцы. Подтягивайте ваше туловище вверх до тех пор, пока перекладина не окажется где-то на уровне вашего лица. Используйте свои бицепсы, чтобы выполнить движение. Локти держите ближе к телу. После того, как ваш подбородок окажется над перекладиной, медленно опустите туловище вниз в исходное положение, где ваши руки полностью прямые, а ноги все еще под углом 90 градусов и висят в воздухе. Чувствуйте, как ваше тело наливается силой всего за несколько дней. А следующее упражнение имеет весьма крутое название – планка «Человек-паук». Примите положение планки на полу. Локти должны быть прямо под плечами, тело прямое от головы до ног. Напрягите мышцы брюшного пресса, втяните их, как будто хотите влезть в узкие штаны, а также напрягите ваши ноги. Подтяните правое колено по направлению к правому локтю, затем медленно верните ногу на место. Проделайте то же самое с левой ногой. Это упражнение нереально быстро накачает ваш пресс и мышцы ног. Продолжаем. Новое упражнение – это подъем туловища из сидячего положения. Очень неплохое и эффективное упражнение на мышцы, которые не содержат в себе никаких движений. Вам придется напрячь все мышцы, чтобы удержать массу вашего тела на весу. Сядьте на устойчивый стул, поставьте руки по бокам стула и приподнимите тело со стула, согнув ноги под прямым углом к полу. Удерживайте позицию настолько долго, насколько это возможно, стараясь удерживать туловище ровным. Здесь снова будут задействованы все ваши мышцы, которые очень быстро нальются силой. А в комменты напишите, сколько вы жмете от груди, посмотрим, кто из наших зрителей жмет больше всего. И последнее упражнение – это шаги с выпадом. Оно делается очень просто, но в то же время оно крайне эффективно. Поставьте ящик перед собой, около стены. Поместите правую ногу на ящик и затем опуститесь в выпаде вниз, так чтобы левое колено не касалось пола. Сделав упор на правую ногу, переместите левую ногу на ящик.
Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Ваше тело от этого упражнения будет накачиваться с ускоренными темпами. С каждым лайком под этим видео объем твоего бицепса становится больше, и спасибо вам за просмотр.